Молодежка саратовского «Протона» приветствует юных спортсменок из секции волейбола «Дрозд Балакова». Ведь кто-то из этих начинающих волейболисток скоро, возможно, пополнит областную команду. Для того, чтобы это стало возможным, было подписано соглашение между администрацией ПМР, волейбольным клубом «Протон» и организацией «Дрозд Балакова». Теперь развитию волейбола в нашем городе будет уделяться более пристальное внимание, а молодежная команда клуба будет тренироваться и выступать в Балакове. Со следующего сезона молодежная команда будет базироваться именно в этом городе, что позволит реализовывать и тренерский потенциал, позволит девчонкам, которые увлечены этим видом спорта, реализовывать себя на профессиональном уровне. Когда-то зал «Спартекса» гудел от речевок болельщиков, поддерживающих «Протон», команду, родившуюся в 1988 году в нашем городе. Правда, тогда клуб назывался «Синяя птица». С той поры утекло много воды, крупных турниров этот зал давно не принимал. Но память о золотых временах балаковского волейбола жива. Количество зрителей, которые приходили на эти соревнования, на эти выступления, наш зал был, наверное, переполнен, можно так сказать. Традиции, которые заложены в Балаково, они давнишние и очень-очень хорошие. Здесь помнят волейбол, здесь знают волейбол и любят волейбол. И есть тренера, которые могут работать с молодежью. Волейбол в Балакове и сейчас один из самых массовых видов спорта. И юные спортсменки теперь будут знать, к чему стремиться. Ведь каждый из них сможет оказаться в составе молодежки «Протона», а затем и в основной команде. В город вернулись многие игроки «Протона» уже, да? Ирисова, здесь Чернова, Фадеева здесь. Ну и Каплевская у нас здесь хорошие тренеры. Есть куда стремиться, и вот дети, самое главное, эти турниры видят, уже знают, куда будут стремиться. Им никуда не надо ехать, пожалуйста, здесь. В Дрозде у нас есть тренер, тоже воспитанник как раз «Протона». Она тренирует малышей, а дальше, может, подумаем, передать чуть больше другому тренеру, допустим, вот девчонки, которые здесь тренируются, да? И далее потом «Протон», пожалуйста. По словам Фурката Амирова, тренировки и соревнования с участием молодежной команды «Протона» будут проходить в зале «Спартекса» и в физкультурно-оздоровительном комплексе балаковского филиала АО «Апатит». Компания «Фусагра» на протяжении многих лет является спонсором профессионального клуба «Протон Саратов», поэтому и молодежную команду без поддержки не оставит, предоставив ей лучшие условия для тренировок. В рамках заключенного соглашения будут проводиться мастер-классы, семинары, конференции, тоже очень необходимые для подрастающего поколения юных спортсменов. А волейбольная секция организации «Дрозд Балакова» станет одним из основных источников пополнения молодежной команды «Протона».